Меня зовут Демир Огай, и я являюсь участником одного из курсов веб-программирования, веб-дизайна в целом. И моя цель — это движение, моя цель — это стать лучше самого себя и преуспеть именно в сфере веб-дизайна, веб-программирования. И наконец-то получить то, что я давно хочу, это навык стать веб-дизайнером. Сперва мне курс был рекомендован именно моими друзьями. Никаких проблем с выбором курса не было, и я уже, получается, без каких-либо проблем решил стать участником именно вашего курса. Ощущения на самом деле довольно-таки прекрасные, потому что я считаю, что информация, которая поступает от наших учителей именно в сфере моего курса, является довольно-таки качественной. И все мысли, которые вводятся в нашу голову благодаря подаче информации нашими учителями. По-узбекски, да, я разговариваю довольно-таки хорошо, но бывают моменты, когда я путаюсь. И так как я не являюсь носителем узбекского языка, я иногда тоже могу позволить себе. Мое хобби — это изучение английского языка. Получается, это мой второй язык. Я думаю, что он является одним из международных и популярных языков. И если я его изучу на все 100%, он мне поможет преуспеть и в программировании тоже. Так как все языки, которые я изучаю, состоят именно из, скажем так, международной лингвистики. The thing that you should follow is the movement. You should always reach all the obstacles that you meet in your path. And if you want to overcome in every sphere, you should only move farther.